сегодня начались работы по монтажу входной группы, ну, так называемая наша входная арка. Вот, подрядчик сейчас приступил к демонтажу частичному, подготовка идет материалу. Вот это согласно проекту, который совместно с USAID был разработан, верхняя часть арочки у нас будет иметь активную светодиодную подсветку. Вот, это все будет обшиваться акрилом, все это должно выглядеть очень симпатично. И сверху на арочке будет у нас название, народное название нашего предприятия «Парк Шелкович». Это источник финансирования — местный бюджет. Местный бюджет с частичным, там, частичной доставкой материалов из компании USAID. По окончанию все это будет достойно выглядеть, я надеюсь. Конкретно с этим проектом можно ознакомиться на входе в парк. У нас есть эскизы, все эти выложены. То есть, кого сильно интересует, можно посмотреть.